Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Эконом с нами». Сегодня я предлагаю вам посетить магазин «Фикс Прайс», который находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Московский проспект 31В. Это здание торгового дома «Новинка», цокольный этаж, напротив завода «Эллара». А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик» и «Литуаль». А сейчас устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Для начала хочу показать немножечко новиночки из продуктового отдела. Вот сразу бросается в глаза. Вот такая новинка. Раньше их продавали тоже. Я, кстати, покупала себе такой батончик. Мне очень понравился. Это марципановый батончик «Зентис». 100 грамм батончик за 77 рублей. Обратите внимание, производство Германии. Вот тоже новиночка. Произведена она в Бирмингеме, Соединенное Королевство. 136 грамм в упаковочке. Цена всего лишь 55 рублей. Печенье называется «Вагон Вилс». С фундуком и шоколадом. Очень вкусное печенье. Друзья, вот такой крем-мед я показывала в предыдущих выпусках. За 77 рублей 120 грамм баночка. Есть с имбирем, есть с малиной и есть с манго. Три варианта. Говорят, что очень вкусно. И появились новиночки. Есть мед цветочный разнотравье 250 грамм за 77 рублей. Появилась шоколадная паста ореховая, шоколадная «Брутелла» 220 грамм за 99 рублей. Производитель «Калужская область». И от этого же производителя вот такая мягкая карамель с солью. Вкусное лакомство для взрослых. За 220 грамм 99 рублей. Вот такие новиночки есть интересные. Новое кокосовое печенье. 250 грамм в упаковке за 55 рублей. Это сдобное печенье с кокосом. Произведено в Воронежской области. Итальянский десерт форетти всегда, в принципе, есть в продаже в магазине «Фикс Прайс». За 300 грамм цена 99 рублей. Как-то еще лет 5 назад мне очень нравились, не я покупала. Сейчас я перешла на натуральные продукты, скажем так. А раньше мне очень нравились эти тортики. 99 рублей. Этот торт малиновый. Вот появились малиновые торты, как раз в тему сейчас сезон малины. Есть еще и шоколадный торт. Чай «Каркаде Принцесса Ява» 80 грамм в упаковке за 55 рублей. Чай с ромашкой, называется «Луговая ромашка», 25 пакетиков в упаковке за 27 рублей 50 копеек. Чай «Липтон согревающая малина», 25 пакетиков за 27 рублей 50 копеек. Чай «Липтон сладкая липа» с липой и мятой. Этот чай тоже 25 пакетиков, 27 рублей 50 копеек. И за те же 27 рублей 50 копеек есть чай «Липтон» сочная вишня. Как всегда, в большом ассортименте в магазине «Фикс Прайс» представлен чай «Тесс» и чай «Кертис» 55 рублей за 20 пакетиков. Причем это пирамидки, пакетики-пирамидки. От компании «Seven Days» штрудель с начинкой абрикосовой. 80 грамм один штрудель, 27 рублей 50 копеек. Конфетки новые 35 «Твилс» с шоколадно-ореховой начинкой за 300 грамм 77 рублей. Конфетки «Сливочный каприз» на натуральных сливках 200 грамм 27 рублей 50 копеек. Вот еще новиночка – это конфетки. Небольшая упаковка, всего лишь 105 грамм. Там внутри, наверное, штук 8 конфет. Они, в принципе, большие. За упаковку 27 рублей 50 копеек. Есть разные вкусы. Эти конфеты глазированные с помадной начинкой. Есть «Токио». Вот красная упаковка «Токио». Есть синяя упаковка «Париж». Есть «Нью-Йорк». Есть даже «Москва». Это «Милан». И вот в красной упаковке «Москва». Теперь давайте познакомимся с новинками в хозяйственных товарах, товарах для дома и посуде. Посмотрим, что нового в этот раз нам привезли. Кстати, давно не обращала ваше внимание на то, что завоз товаров во все магазины «Фикс Прайс» примерно одинаковый. То есть, если я показываю только северо-западный район, это не значит, что в других районах города другие товары. Завоз два раза в неделю, и товары привозят одинаковые.
за 77 рублей от китайского производителя. Новая тряпка хозяйственная, универсальная. Размер 40 на 60 сантиметров. В наборе идет две штучки. Посмотрите, какие они фактурные, в клеточку. Изготовлены из полиэстера, конечно же. Есть разные цвета. Вот есть, например, коричнево-зеленая гамма. Есть желто-зеленая гамма. И есть еще голубой. Сейчас покажу. Вот серый с голубым. Такая цветовая гамма. На ощупь они мне понравились. Они довольно-таки тонкие, но мне почему-то кажется, что они будут очень хорошо впитывать влагу. Всего лишь за 55 рублей клеенка кухонная на стол. Размер 60 на 100 сантиметров. В этом магазине я нашла два дизайна. Есть вот такой однотонный и есть вот такой цветной вариант. В таком восточном, наверное, стиле. Я ошиблась. Еще есть другие варианты. Вот есть с ромашками. Есть вот такой вариант с какими-то выпечкой какой-то. В общем, разные варианты есть. Нужно приходить выбирать. Ранее я вам показывала вот такую подставку под горячее. Она изготовлена из пробки, натуральный материал. Диаметр 16 сантиметров. Ее цена 55 рублей. И за такую же цену сейчас появились в продаже вот такие маленькие подставочки под чашку. В наборе 3 штучки. Цена такая же, 55 рублей. Большие крышки, завинчивающиеся, твистов они называются, 10 сантиметров в диаметре, 7 рублей 80 копеек. Вот такая крышка полиэтиленовая для банок, 5 рублей 50 копеек. Поменьше крышка винтовая за 5 рублей. И самая маленькая крышечка, ну как вот на майонезной банке, да, раньше назывались, 4 рубля 10 копеек. Также еще раз хочу показать вот эти воронки для варенья, но не только для варенья. Я вот, например, огурцы закатывала, пользовалась. Очень хорошая вещь, удобная для консервации. Изготовлена она из пищевого пластика. Цена всего лишь 25 рублей. Есть в салатовом цвете и в красном цвете. Сейчас у нас сезон консервации начинается, заготовок, поэтому обратите внимание. Вот крышка сливная, тоже нужна будет в этот сезон. 5 рублей. За 299 рублей от российского производителя. Кастрюля из жаропрочного стекла. Объем 2 литра. Вот здесь крышка, она просто упакована. Ну, это как обычные раньше были кастрюли для микроволновки, они назывались. Вот такие кастрюли появились в продаже, изготовлены в Москве из жаропрочного стекла. Появились в продаже новые чашечки, изготовлены они в Китае из керамики. Объем большой, 480 мл. Глянцевые поверхности снаружи и снутри. Рисунок нанесен только с одной стороны. Цена 99 рублей. Есть бирюзовый цвет. Есть еще серый цвет и желтый, яркий желтый цвет. Вот какая новиночка появилась, какая хорошенькая сумочка. Она очень небольшая. Есть две ручки. Она для телефона, наверное, подойдет, для какой-нибудь мелочевки. Есть еще ремешок внутри, который пристегивается вот на эти карабинчики. Впереди один кармашек. Здесь, например, ключи можно положить или молочевку какую-нибудь. Также здесь молния тоже открывается. Внутри никаких перегородок нет, но есть подклад. Все аккуратненько прошито, посмотрите. Ну, в принципе, здесь перегородки не нужны, потому что сумочка на самом деле очень маленькая, аккуратненькая. Цена 299 рублей. Состав полиэстер, хлопок и сталь. Мне нравится. Я сразу подумала, что вот это, наверное, хлопок стопроцентный. Да, это правда. Полиэстер, подкладка и стальные замочки. Есть синий цвет, есть бежевый цвет и черный цвет. Мне кажется, очень стильненько будет смотреться эта сумочка. 99 рублей. Вот такие летние сумочки появились. Они тоже небольшого размера. Изготовлены они из ПВХ. Вот так застегивается, посмотрите. Вот так вот здесь кнопочка. Открывается. Закрылась. Это не кнопочка, это, кстати, магнит. Вот так она открывается. Вот так выглядит внутри. И, кстати, посмотрите, обратите внимание. Вот так вот ремешок достается и увеличивается таким образом. То есть можно носить на двух лямочках небольших. Можно открыть, сделать одну большую лямку. Вот как придумали, надо же. Есть какие цвета? Есть золотой цвет, есть бордовый цвет. И есть серый цвет. Тоже считаю, что оригинальная сумочка, в принципе. За те же 99 рублей вот такая дамская сумочка. Она закрывается на шнурочек. Посмотрите, вот таким образом. Замочка нет, вот так вот она закрывается.
фиксируется шнурочек. Такой полукруглой формы. 99 рублей. Есть в черном цвете и синий цвет. Только два цвета. И лямочка, которая тоже регулируется. В принципе, по длине можно отрегулировать ремешок. Этот можно сделать подлиннее, покороче. Вот такие рюкзачки появились в продаже. Они довольно-таки большие. С обратной стороны тканевые ремешки, лямки. Сверху ручка. Застегивается на молнию. Посмотрим, что внутри. А внутри нет ни карманов, никаких перегородок. Но есть подклад. В принципе, неплохо они изготовлены. Качественно, я считаю. Вот есть приятный такой пудровый цвет. Есть бежевый цвет. Есть синий цвет. Цена 299 рублей. Вот эта сумочка мне понравилась. Тоже оригинальная сумка-рюкзак. Есть с обратной стороны лямки. Причем такая мягкая форма. То есть можно носить как сумочку, а можно и как рюкзак. Цена 299 рублей. Есть такой пудровый цвет. Есть темно-серый цвет, светло-серый цвет и синий цвет. За 199 рублей вот такая щетка. Совок и щетка. Два в одном. Ручка телескопическая, можно сделать покороче или подлиннее. Вот такая щетка с длинной ручкой, прям длинная-длинная ручка, 1,2 метра, 199 рублей, причем есть разные расцветки. Бак для хранения я ничего нового не нашла, поэтому так вот обзором покажу, чтобы вы увидели, что имеется в наличии. Повторяться не буду, но это тоже показывать неинтересно. Просто, чтобы вы знали, что большой-большой ассортимент всегда в магазине Fix Price. Друзья, вот в прошлом выпуске я показывала вам вот этот массажер, стоит он 199 рублей, и я говорила, что куплю такой массажер для своего мужа. Знаете, он 3 дня поделал массаж шеи себе, у него только-только начал появляться горбик вот этот на шее, и у него появилась тошнота и головокружение, и буквально на первый день после первого массажа ему стало уже лучше, это правда. И я очень довольна, что купила этот массажер, потому что я теперь избавлена от необходимости и обязанности делать массаж. Вот он справляется вот этим массажером. Вот 3 дня он делал, пока что как бы улучшения наблюдаются. Вот этот усилитель стирки Люмо для цветного белья я показывала, наверное, месяц назад. Он только появился, новиночка тогда была. И просила написать в комментариях, кто пользовался. Так никто и не написал. За 1000 грамм 99 рублей. Он подходит для цветного белья. Эффективное удаление трудных загрязнений подходит для ручной стирки в том числе. Можно стирать при 30, 60 и 90 градусах. И вы знаете, вот сотрудники магазина, они не похвалили эту усилитель, сказали, что очень хорошая вещь. Поэтому, кто пользовался, напишите в комментариях, будем знать, насколько хорош этот усилитель. Здесь, кстати, есть мерная шкала. Вот так вот видно, здесь просвечивают там какие-то синие крупинки. А, кстати, он сухой. Я думала, он жидкий. Нет, он сухой. Видимо, как порошочек такой. И сейчас вот прочитала с обратной стороны. Это средство пятновыводное белизна. Пятновыводитель с легкостью справится со сложными пятнами от чая, кофе, ягод, фруктов, травы и вина. А также сохранит яркость красок ваших вещей. Подходит для хлопчатобумажных, льняных, вискозных тканей. То есть для натуральных. Усиливает действие средств для стирки. Содержит биоразлагаемый состав. Ранее я показывала вот такое средство для стирки детских вещей Velour Baby. Сейчас появился гель для стирки темных и черных тканей. За 1 литр 55 рублей. Сохраняет яркость темных красок. И есть еще для цветных тканей такой же гель для стирки. Взором покажу стиральный порошок в капсулах, чтобы вы имели представление о ценах в магазине Fix Price. От компании Sandu появились новые сыворотки для лица. Sandu – это производитель города Казань. Первая сыворотка с муцином улитки, витамином В3 и экстракт гуараны в составе. За 50 мл 77 рублей. Сыворотка содержит оптимальную концентрацию активных веществ, имеет низкую плотность и легко впитывается. И второй вариант – сыворотка с интенсивным увлажнением
и придает ровный тон кожи. Эта сыворотка обеспечивает длительный эффект увлажненности и мягкости кожи, восстанавливает эластичность и защитные свойства кожи, освещает цвет лица и выравнивает тон. В составе ниацинамид – это витамин молодости. Он интенсивно увлажняет кожу, ускоряет ее обновление, улучшает эластичность и барьерную функцию кожи. Также в составе есть комплекс аминокислот. Этот комплекс стимулирует процесс регенерации кожи, удерживает и сохраняет влагу, способствуя восстановлению гладкости кожи. И в составе есть еще пептиды, которые замедляют процесс старения кожи, повышают упругость кожи, стимулируя выработку коллагена. Также за 50 мл 77 рублей. Туалетное мыло Камель. 4 брусочка по 75 грамм в упаковке с ароматом утонченных алых роз. 99 рублей. От завода братьев Крестовниковых мыло детское натуральное. 190 грамм большой брусочек, 55 рублей. И из этой же серии есть банное мыло натуральное. За 55 рублей экологичное мыло Биосоп с апельсином и лавандой. 90 грамм брусочек небольшой. 55 рублей. Есть еще другой вариант лицея и бергамот. Вот новиночка тоже. Деликатный гель для интимной гигиены с молочной кислотой. Подходит для чувствительной кожи. Дает оптимальный уровень pH, смягчает и увлажняет кожу. От компании Флорисан, производитель Флорисан. 77 рублей за 250 миллилитров. Крем-гель для душа Dove. Небольшой флакончик, 225 миллилитров за 99 рублей. Первый вариант с ароматом апельсина и цветка тиары. И второй вариант — миндальное молочко и аромат гибискуса. А в последних трех выпусках я показывала вам серию декора для интерьера. Называлась она «Африка». И вот, видимо, последний товар уже завезли к нам в город. Это шкатулка декоративная. Она стоит 199 рублей. Она довольно-таки мягкая. Вот крышечка. Так открывается. Так выглядит внутри. Зеркала нет. Ну, для того, чтобы складывать туда какие-то вещички, мелочевку какую-то. Есть вот такой вариант, жираф. Есть вот такой вариант. Только два варианта в нашем магазине. 199 рублей. Кстати, в этом магазине почти вся серия «Африка» еще есть в продаже. Если в других магазинах где-то уже разобрали, то приезжайте покупать здесь. $249 рублей поступили в продажу вот такие яркие женские летние футболки. Очень красивая цветовая гамма. Состав, конечно, синтетика. Сейчас посмотрю, какой состав. 95% полиэстер и 5% эластан. Выглядит, конечно, очень красиво. Есть вот такой самый яркий цвет. Есть цвета и побледнее. Вот такой цвет. Есть вот такой цвет. Серенькие есть, зелененькие. На этом выпуск, посвященный новинкам из магазина Fix Price, я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Эконом с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее. И с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока!